У нас президент нашего парламента здесь, он пожелал встретиться с Рыбкиным. И вы из МИДа? Каждый рус для нас очень важный. Господин Карач, добрый вечер. Рад вас здесь видеть. Спасибо. В Государственной Думе Российской Федерации. Спасибо. Это президент нашего парламента. Очень приятно. А вице-президент нашей республики. Очень приятно. Это министр мира. О будущей конференции, которая может быть случится здесь, по предложению президента Ельцина. Россия очень важный член Соединенных Наций, если будет мирового процесса, и может быть будет больше русских солдатов